независимо абсолютно от всех этот арбитр. Долларовый, даже евро миллионерскому холдингу, им 15% от семьи. Фернандиньо, бывший игрок Барселоны, системообразующий игрок Сити на данный момент, Яя Торре, 42-й. Слева в атаке сегодня играет Фабригас, Эрнандес 6-й и Фабригас 4-й. В 2014 году, что хоть стой, хоть падай, Алексей. Месси ушел на правый фланг, отсюда он этот газон и этого соперника, которого будет сегодняшний матч, Матиас Клосениус. В такой момент случится взрыв. Фабригас. Разогреться, вкатиться в матч. Без Месси. Негреда. Прострел из этого квадрата. Перебирается в другую зону. Иньеста. Месси. Сделал вираж. Месси. Фрагмент видеоряд действий. Яда. Вот тоже шанс для Манчестер Сити. И инертные игры от соперника. Фабригас. Дальше на Месси, и тот в касание на место. Ждет передача, это Месси. Включается в игру передача на Сильву. И Вальдес здесь должен играть. Была перенесена игра с Сандерлендом из-за погодных условий. А вот когда Негредо против... Штрафной! Опасный момент! Негредо! Вдоль ворот. Эх, если бы внешний Негредо сейчас... Ну как вот из этой ситуации скоординироваться бы на первом месте? Месси! Фернандиньо. И все-таки фол. И хозяин. Негредо прошел. Негредо удар. Иньеста. Сильва подает. Опасно. Компани. Момент у ворот Барселоны. Вальдес. Браво. Браво, Вальдес. Посмотрите, как успел Вальдес вернуться. И как он выпрыгнул. Право здесь Алексис Санчес. Передача. Капитана каталонцев Хави. Месси, Сильва, дальше на Негредо, тот пяткой. О, как там Негредо промассировал сейчас, а? Опорную ногу Пике и желтая карточка Альваро Негредо. Месси ищет возможность для удара. Месси под правый мяч, удар вы. Клиши, Санчес против Демичелиса ушел. Иньеста в штрафной, можно бить Андрес Иньеста. Сдаваемая Сити. Но Месси, вот есть возможность у него набрать его фирменную скорость. Фалит Компани, это штрафной, далековато до ворот. Но отсюда и до конца молнию застегнул, и все. Опа! Зависело не от Барселоны, как она будет играть, мы-то знаем. Сегодня все изи, изи, поспокойнее. Подача Негредо. Не часто он с мячом встречается. Нет, ну с чем не соглашаясь, передача на мяч каталонцы, Месси против Фернандиньо, Месси. Именно Бускетс вытеснил из состава Яя Торре, и тому пришлось покинуть подката Месси. Дальше налево можно сыграть, да. Возмущается Пиль. Вот, получилось вроде бы и раз... Неплохо, Навас забегает, Сабалет на передачу не получает, подача. Это уже было опасно. Здесь вот этот пас шел целенаправленно на Негреде. Барселона позади. Ничья 0-0. Очень осторожная игра в исполнении тех и других, боясь допустить ошибку. Но если Барселона играет на выезде, для нее такая игра нормально, учитывая двухматчевое противостояние, то вот Сити, честно говоря, вот своей пассивностью и не очень интенсивной игрой неприятно в первом тайме удивил. Ждем второй тайм. Пока же у нас без голов 0-0. Сити, похоже, немножечко мен. И давайте на сей раз начнем с Самир Насри, Хави Гарси, Эдин Джеко и Стефан Йовикич. Хосе Мануэль Пинто, это уже запасные Барселоны, Марк Бартра, Адриана Каррера, чем в этой паре. Негредо и Санчес один в один в лицевую не рискуют. Вообще, конечно, по регалиям, по титулу Барселоны. Сместился в середину. Подсунул мяч Фабригасу. Ответ Барселоны на скорости. Месси. Фернандиньо не может. А Яя Торре перекрыли. Иньеста на Месси. Передача. Офсайда нет. Лионель Месси. Пенальти. Пенальти. И здесь красная карточка может быть. До свидания. Выдохнул Месси. Бинго. Голасо 1-0. Барселона выходит вперед на выезде. В матче против Манчестер Сити. Очень интересно. Делайте большое дело и действительно... О, тушите свет.
Иньеста. Алвес. Здорово разыграно. Месси под левой. Опять потерь мяча на своей половине поля. Алексис Санчес. И моментов у ворот Вальдес. Аутянг против Челси. В Кубке Англии. А это, посмотрите, абсолютно деморализовано оба команды. Пенальти, а просто штраф, который до конца поборолся. И следующий матч на шаге уходит от Сабалеты и попадает под подкат. Сабалеты у Сабалеты, напомню, исполняет штрафной. Подача Хар. Вот уже и посвободнее ему стало. Передача в направлении Негредо. Чу Негредо, офсайда нет. Насри, удар по... Подача на ближнюю. Сити, Лескот ошибся. Надо выжимать. Месси получает себе быстро мяч. Сити. Сильва в центр. И опять Дани Алвес. Передача. И надо было попадать Хави. На сей раз передача Дани Алвеса оказалась точной. Очень тики-така. Вот это постоянное владение мячом. Дани Алвес срезает угол. И можно самому решать. Эх, не попадает в дальний угол Дани Алвес. Это... Месси. Клиши входит в штрафную. Надо делать точную передачу. 8 километров отпахал. Много атак сегодня у Барса именно через этот фланг. Еще счет был 0-0. Сейчас 0-1. Но Реал против Барселоны в финале Кубка Испании. Как 3 года назад в Валенсии. Желтую карточку получил. Подача в штрафную. Фабригас. Успевает увидеть и... Не все успевает оценить. Мяч за боковой. Месси. Пас! Ой-ой-ой-ой-ой! Пике на позиции центра нападения. Но уже было положение вне игры. Какой же пас сейчас Хави? Ну... Передача на Неймара. Пошли его бразильские финты. Ушел. Не бегали. А он сделал пас. Сильва, Джеко! Что было? Вынести Месси. И третий сейчас может быть, но удар не получился. Ковырнул мяч Месси. Не то так. Вот там одни испанцы. Подача Сильвы, Джеко! Выходит Вальдес. И шанс для Манчестер Сити. Не могу сказать, что это квинт. Конечно же... Фрапированы таким результатом. Дани Алвес. Еще один момент. А вот сейчас все. Все, я было хотел сказать, что в ответном матче Сити вполне может этот гандикап отыграть. Но сейчас уже... Ну, когда вот эта комбинация была разыграна красиво, и Пике забил мяч в пустые ворота, можно все-таки было засчитывать. 2-0. Торжествует Херардо Мартино, хотя...